В Западно-Казахстанской области резкое похолодание привело к человеческим жертвам. Пропавший в Сырымском районе 20 января 53-летний мужчина обнаружен мертвым в 1,5 километрах от дома. В Жангалинском районе 2 дня назад насмерть замерз 60-летний мужчина. Полиция сообщает, что погибший вечером возвращался домой в нетрезвом состоянии, упал и пролежал на снегу до утра. В областную больницу только за последние несколько недель обратился с обморожением различной степени 41 человек. В большинстве случаев это мужчины, четверо из них госпитализированы с обморожениями тяжелой степени. Как выяснилось, они в состоянии сильного алкогольного опьянения долго оставались на морозе. Сколько пролежал, не знаю. Люди проходили, вызвали скорую. Вот меня привезли сюда. Ну, а сразу рентген, сразу где-то в течение часа все сделали. Где-то за 3 дня у меня то, что вот отмороженная нога была. Считаю, я уже сейчас могу спокойно ходить. Вот этим 4 пациентам, которые у нас лежат, у них отморожение 3-4 степени. Это значит, возможно, некоторые участки конечности, кисти или ног, пальцы, возможно, потеряют жизнеспособность. И, возможно, им грозит некректомия или ампутация.